Меня зовут Варвара Лохматова. Мне 8 лет. Я победительница конкурса «Маленькая мисс Нарва 2015». Я буду участвовать «Маленькая мисс Идеала Эстония 2016», а также «Мисс и мистер Макс Мода». Какие твои увлечения? Я люблю рисовать и петь. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Швеей. Как тебя зовут? Эвелина. А сколько тебе лет? 5. А чем ты любишь заниматься? На красной кружке рисовать. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Футболисткой. Как тебя зовут? Меня зовут Даша. А сколько тебе лет? 6. А чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься рисованием. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать учителем детского садика. Как тебя зовут? Милана. А сколько тебе лет? Мне 5 лет. А чем ты любишь заниматься? Я люблю рисовать и играть. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Парикмахером. Как тебя зовут? Меня зовут Настя. А сколько тебе лет? Мне 5 лет. Чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься пластилином и еще люблю играть в прятки. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать хорошим человеком, выиграть в этом конкурсе и стать маленькой мисс Навой. Как тебя зовут? Маргарита. А сколько тебе лет? 5. А чем ты любишь заниматься? Я люблю рисовать и наклеивать. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хотела бы стать зубным врачом. Как тебя зовут? Кристина. А сколько тебе лет? 6. Чем ты любишь заниматься? Рисовать и петь. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Маленькой мисс. Как тебя зовут? Алексей. Сколько тебе лет? 5. А чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься спортом и играть с моими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Барьером. Как тебя зовут? Дима. А сколько тебе лет? 6. Чем ты любишь заниматься? Это ходить на пляж, еще гулять и кататься на роликах. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Пилотом. Как тебя зовут? Меня зовут Ярослав. Сколько тебе лет? Мне 5 лет. А чем ты любишь заниматься? Мое любимое развлечение – это ходить на пене и ходить на футбол. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Когда я вырасту, я хочу стать полицейским. Как тебя зовут? Таня. А сколько тебе лет? 7. Чем ты любишь заниматься? Спортом. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Как тебя зовут? Меня зовут Амина. А сколько тебе лет? Мне 9 лет. Чем ты любишь заниматься? Я люблю петь, танцевать, изготавливать мыло и делать открытки. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать будущим хореографом. Сделай. Как тебя зовут? Дарья. Сколько тебе лет? 9 лет. Чем ты любишь заниматься? Спортом. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Партнер. Меня зовут Ульяна. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. Чем ты любишь заниматься? Я люблю рисовать и петь. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Когда я вырасту, хочу стать парикмахером. Как тебя зовут? Эвелина. А сколько тебе лет? Мне 8 лет. Чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься математикой. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать ветеринаром. Как тебя зовут? Александра. Сколько тебе лет? 11. А чем ты любишь заниматься? Петь, рисовать, танцевать. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Еще не хочу. Как тебя зовут? Каталина.
Сколько тебе лет? 10. Чем ты любишь заниматься? Я люблю плавать, танцевать и петь. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хочу стать тренером по плаванию. Как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? 9. Чем ты любишь заниматься? Я люблю вязать, шить и делать игрушки всякие. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ветеринаром, помогать животным.